Всем привет! Сегодня у нас вышло обновление. Я уже, правда, обновился в битве замков Путь Храбрых. Обновление. Что нового? Добавлены новые уровни сложности для турнира героев, командных подземелий и пришествия монстров. Интересно. Добавлена быстрая настройка для баз героев. Список избранных героев в алтаре. Вот, это прикольно. Три новых облика. Рок-звезда, Шут, Вольтрон. Новый герой ворожец. Ворожей. Исправление. Ну, это такое дело, исправление. Как бы вот это мне понравилось. Четвертый пункт. Увеличено количество слотов в алтаре на один. Ну, это херня. И на складе на червончик. Это уже более-менее нормально. Давайте сейчас мы, наверное, посмотрим. Самоцветиков должны дать, по сути. По сути. В битве замков. Такс, колесо, обычные подарки, что-то такое, нажмите, чтобы узнать фестиваль фейерверков, зарабатывайте бонус, кабум, так, поджимаю, так, ладно, это не то, давайте сейчас, так, все, берем, собираем, так, это что у нас, получите, кокончики получили, далее, кто-то нападал, получаем подарочки, все получили 874 самоцвета, да, забрать, так, нанять героя бесплатного, это есть, так, это пришествие монстров, перейти, давайте посмотрим, где они сделали, ладно, пропускать пока не будем, так, пришествие, ага, вот, походу, да. О, так и чё, ничего не это создать. Ну, нихера тут я не вижу. Так, присоединиться к команде. Ага. Не, ничего тут они. Чё-то я так и не понял. Угу. Что это такое еще? А, вот открыть нафиг надо. Такс. А, пришествие монстров. А, ну это эта тема, а чё? Чё-то сложнее там. Турнир героев. Тоже добавлены какие-то. Давайте 16-й. Ну и чё? Ой-ой-ой. Давайте ускорим, в общем. Дождик начался у меня здесь. Бульдозеры всякие. Так, получили звездюлей. Всё, да, успели мы так выйти. В общем, не знаю. Давайте посмотрим сейчас с вами... Посмотрим сейчас с вами героя ворожей, который новый. А, вот он. Так, чувак этот, такой вот именно индеец. О, вот это прикольный облик второй у него. А, так, наносит урон равный 120%. Вот атаки 5 случайным вражеским единицам. 5, ну, снижает их эффекты лечения и скорость передвижения на 26% на 3 секунды. Лечит 4 случайных дружественных героя на общее здоровье. Так, равные, так, равные 420% от атаки, убивает все, убирает все негативные эффекты, состояние увеличивает атаку героя на 7% на 3 секунды, кулдаун 4 секунды, герой имеет иммунитет к молчанию. Ну, прикольно. Ну, если так вот восьмерочку взять, 290, так, скорость передвижения на 72%, офигенно, кстати. Прикольно. Прикольно. Такс. По факту. О, что-то такое, 4 дня какие-то. Ладно. Так. Подарки. Геру. Ладно, это закрываем нафиг. Ой, давайте попробуем пару раз жмакнуть. На, секунду. Может, у меня что-то есть. Так, обновите талант героя. Давайте обновим. Обновим. Поменять 300 самоцветов. Да. Ожог имеет 8% шанс на полную невосприимчивость. Так, что у меня тут есть у этих лымарей? Пятерку. Так, только не плеваться, то что скиллы у меня такие неподходящие. Я как бы херячил то, что херячил. Угу. Так, 3, 8, 4, 5. Кому-то надо засандолить такое более... Давайте вот этой, наверное, лымарше. Так, может, и так у нас 15% нет. Кенди. Надо набрать... Давайте на полную восприимчивость, да, к атаке противника.
Блин. 2,8. А, хотя пофиг, в принципе, по сути, по факту пофиг. Сейчас мы заменим сюда. Это ж у меня не рабочий герой, не. Все, мы заменили. 300 самоцветов, все. Сейчас я просру и потом хер, что я получу. А вот, нанятие 150 единожды, все, наняли, получили херню, как всегда, в этой битве замков. Потому что тут лучшего ничего не ожидаешь. Давайте сейчас попробуем пожмакать 450, как всегда, по стандарту. О, так охереть, а что такое? Ну да, заебончики, герои вообще классные, именно выдаются классные просто герои, суперские, топерские. Я бы уже давно удалил бы эту битву замков. Ну, как-то вот есть какой-то интерес к этой игре. Так. Ну, по факту нихера интересного не добавили. По факту. Что у нас тут? Ничего у нас тут нету такого, да. Так что вот так вот. Ну, обновление такое себе. Добавили героя. Игра весит херовую тучу мегабайт, по факту. Ну, для такой стандартной игры. Ну, почти 300 метров. Ну, вроде, если не ошибаюсь. Или почти 200, или почти 300. Ну, это много. Так что вот так вот. Ладно, всем спасибо, пока.